эфире выпуск международных новостей. В студии Жанна Мамилова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Си Цзиньпин и Кириакос Мицотакис подписали ряд соглашений. В исправительных учреждениях Северо-Запада прошел очередной этап конкурса изобразительного искусства. 54% россиян считают необходимым, чтобы родители ограничивали доступ детей к гаджетам. Искреннюю заинтересованность друг в друге подчеркивали в понедельник в Афинах Си Цзиньпин и Кириакос Мицотакис, сообщает Евроньюс. Глава греческого правительства заявил, что Китай особо ценит геостратегическую позицию страны в Европе в рамках нового шелкового пути, тогда как председатель КНР назвал Афины истинным союзником Пекина в создании паневразийской транспортной системы. С момента прихода к власти в июле 2019 года Кириакос Мицотакис сделал ставку на привлечение иностранного капитала для укрепления греческой экономики после 8-летнего долгового кризиса. «Речь идет о пути, который мы сегодня расширяем», — заявил он на совместной пресс-конференции. «Скоро он превратится в проспект, в автотрассу», — конец цитаты. Обе стороны считают, что Китай и Греция — истинные партнеры по созданию нового шелкового пути, — заявил Си Цзиньпин, председатель КНР. Среди подписанных соглашений эксперты также отмечают учреждения в Афинах филиалов Китайского банка развития, Банка Китая, а также учреждения представительства промышленного и коммерческого банка Китая, крупнейшего финансового госучреждения в мире. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», 54% россиян считают необходимым, чтобы родители ограничивали доступ детей к гаджетам, пишет «Правмир». Каждый пятый житель России, 18%, выступает за отсутствие ограничений для детей в использовании электронных устройств. 17% опрошенных заявили, что детям не нужно использовать гаджеты. Каждый четвертый респондент, 25%, заявил, что родители должны отслеживать, какие сайты посещает ребенок в интернете, а 43% опрошенных не видят ничего плохого в подобном контроле, но не считают его обязательным. 19% россиян отрицательно относятся к такому контролю действий детей. В опросе, проведенном во всех округах Российской Федерации, приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет. О существовании проблемы кибербуллинга знают только 10% родителей. Из-за травли в интернете у детей появляется страх, стыд, тревога и даже фатальные мысли. Однако пострадавшие от кибербуллинга подростки крайне редко жалуются родителям или рассказывают об этом друзьям. В исправительных учреждениях Северо-Запада прошел очередной этап конкурса изобразительного искусства. На этот раз осужденные осваивали жанр иконописи. Итоги конкурса по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подводились в здании храма князя Александра Невского на территории Старых Крестов. В состав жюри вошли представители Союза художников России и священнослужители. А в течение 2 месяцев осужденные работали над картинами, над иконами. И лучшие результаты, лучшие работы в каждом учреждении были предоставлены нам в отдел для определения уже лучшего среди лучших. Победителям объявлена работа, выполненная в исправительной колонии номер 2 Ленинградской области. По единодушному мнению экспертов, именно она более других соответствовала условиям конкурса и иконописным канонам. В то же самое время коллегия отметила несколько весьма удачных картин исторического плана. Есть работы именно, ну, грубо говоря, копии с икон, а есть глубокие исторические, прямо такие исследовательские работы, причем на очень хорошем художественном уровне, что, ну, показывает довольно серьезную работу сотрудников в том числе. Конкурсы иконописи и религиозной живописи проходят в системе учреждений Федеральной службы исполнения наказаний каждый год. Творческие размышления на тему библейской истории и тему святости в России полезны и всегда актуальны. И эти конкурсы, они говорят нам еще раз о том, что все наши собратья-христиане, находящиеся в местах заключения, они не теряют живой связи с Богом, не теряют живой связи с Церковью. Дело нравственного очищения и исправления личности – забота всего общества. Отрадно, что христианами различных течений накоплен богатый опыт служения в местах лишения свободы.
Потому что это не только социальная миссия, но и буквальное следование словам Иисуса из Назарета. Михаил Богданов, Алексей Рожнов, новости ТБН. На футбольном поле в Москве играли роботы. Российская команда выступала против иранских футболистов. Хозяева поля победили с оглушительным счетом 9-1. И, возможно, этому способствовало умение российских роботов падать на руки. Иранцам было сложнее, поскольку роботов доделывали прямо перед игрой. На международный чемпионат RoboCup Asia Pacific съехались более 200 команд из 13 стран. Они провели соревнования роботов-футболистов, роботов-спасателей и роботов-помощников по дому. С 7 по 13 ноября в Индонезии проходит Генеральная ассамблея Всемирного евангельского альянса. Это глобальное событие в Джакарте призвано пробудить в евангельском сообществе во всем мире обновленное видение, чтобы вступить в новое десятилетие ученичества, межпоколенческого лидерства, а также рассмотреть различные глобальные причины и насущные проблемы грядущего десятилетия. Это мероприятие проводится раз в 10 лет. В этом году оно проходит недалеко от столицы Индонезии, посвящено теме «Да приедет Царствие Твое». Индонезия выбрана не случайно в качестве принимающей стороны Генеральной Ассамблеи, так как это страна с наибольшим мусульманским населением в мире. Сама Генеральная Ассамблея состоит из более 800 делегатов из 92 стран. Редкая средневековая рукопись Пятикнижия, которая годами находилась в частных коллекциях, была выставлена в Музее Библии. Пятикнижие, состоящее из 5 библейских книг, является первой частью 24-томной еврейской Библии. Она была переписана еврейскими учеными-масоретами в соответствии с масоретской традицией, которая кодифицировала еврейскую Библию и добавила диакритические знаки над и под еврейскими буквами, чтобы обеспечить правильное произношение. Пятикнижие представляет собой книгу размером 38 на 61 сантиметр. Она обтянута кожей с металлическими выступами и состоит из двух разделов. Основной раздел был написан приблизительно в 1000 году, а второй раздел в 1141 году. Музей Библии назвал эту рукопись Вашингтонским пятикнижием. Китайские власти предложили компенсацию католической церкви за разрушение ее здания, сообщает портал Victory со ссылкой на International Christian Concern. Католическая церковь в Угаочжане была основана в августе 2018 года и находилась на сельскохозяйственных землях, которые принадлежали общине. Чиновники пришли на ночное служение и сообщили христианам о том, что их здание подлежит сносу из-за отсутствия у них всех необходимых разрешений. Местные католики вместе со священниками из города Ханьдань несколько часов вели переговоры с чиновниками, после чего представители власти согласились предоставить землю и компенсацию для восстановления церкви в другом месте. Новое исследование Барна Групп показало, что почти половина молодых христиан в США считают, что церковь не может ответить на их вопросы, сообщает портал Victory со ссылкой на Christian Post. Команда Барна Групп совместно с международной благотворительной организацией World Vision опросила более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет из 25 стран мира, чтобы помочь церковным лидерам лучше понимать молодежь. Согласно исследованию, 47% опрошенных считают, что церковь не может ответить на их вопросы или духовные сомнения. Для каждого третьего молодого человека главной причиной, которая заставляет сомневаться в вере, стало лицемерие верующих. А 28% назвали человеческие страдания и конфликты во всем мире. Опрос также выявил, что большинство молодых людей чувствуют одиночество, тревогу и неуверенность в будущем. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbn-tv.com. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!